Привет, ребята! С вами я, Артур. Сегодня мы будем играть в Соника... в Соника симулятор Пиксель. Ну, или классик. Мы будем играть в те существующие зоны, которые были. И давайте начнем с теста, именно первый. Так. А про дебуг мод я расскажу чуть позже. Поэтому скоро я вам расскажу про дебуг мод. Так. И про новых персонажей вместе с ними. Итак, мой дружелюбный Депох, давай уже, пропал куда-то. Итак, почему? Ну ладно. Короче, так, спас. Так, почему-то здесь нету ёжика, я вам потом скажу. Отвали, Соник. Соник, да, Соник. Хочу вам, кстати говоря, сказать, что мой любимый персонаж... Нет, ни за что не догадайтесь. Конечно же, Тейлз. Тогда зачем я за него играю? Там кто-то прыгает. Итак, давай. Кстати говоря, если кончится время, то вы не переживайте, вы не сдохнете. Потому что это РП. Зачем вам подыхать? На П. Кстати говоря, если вы хотите выйти, то нажимайте на П. Так, давайте к тесту зону 2. Итак, давай. Ай! Кстати говоря, мне эта игра очень сильно понравилась. Из других Соников фанов. Ну, в смысле, Соник игр. Соников фан игр. Кстати говоря, я за этот май работал над одной игрой. Которая называется... Соник Экзе and Chaos Emerald. Ну, в смысле, Sonic.exe и изумруды хаоса. Кстати говоря, вышло новое обновление. Я вам дам ссылку на эту же игру. И на ту, которая существует. Ну, на где я играю? Так, в этом втором тесте зоне ничего не делайте. Вы будете просто собирать монеты. Ах да, забыл. На R вы можете добавить монеты. Уж извините. Так, Тейлз может летать. Там какой-то новый персонаж, о котором я расскажу позже. Страшно как. Страшные люди. Сейчас.
Там, короче, люди общаются. Короче, эта зона недоделанная. Ну, это же фан-игра. То, что с нее взять. Давайте не зацикливаться к одному, а будем идти к следующей зоне, к Marble Zone. Итак. Здесь, кстати говоря, вы просто офигеете. Лава никак не действует к вашему смерти. И если вы упадете вниз, то вы сдохнете. Как там называть? Если честно, ничего не меняется. Умирать вы в лаве не будете, но если упадете вниз, то вы сдохнете. Ах да, и там есть баг, который существовал еще с ранней версии. Еще с Соникой. Соника, да, Соник. Ну, там, короче, ничего не... Там, короче, то же самое, но по-другому, да и картинки здесь нет. Ну, давайте к следующей зоне. Это Emerald Hill Zone. Это, кстати говоря, из Соника 2. И там появился наш ненаглядный Тейлз. На F вы нажимаете, чтобы приглядеться, какие там персонажи есть. Вы можете также спиндешиться. Ну, кто не знал. В этой игре, да, и можно спиндешиться. Ну, это кто играл? Я просто говорю, кто не играл. Ну, а так вы обязательно поиграйте в эту игру. Я оставлю ссылку на мою и также эту игруху. Она мне очень сильно понравилась. Ну, короче, там ничего необычного. Там, ну, много багов. Chemical Plant Zone. Это уже немного поинтереснее. Знаете почему? Да потому что, ну, она полностью бесит. Мы проваливаемся все время сквозь какие-то структуры. Это что за фигня? Ах да. Если мы попадем туда, ничего не будет. А вы, а что вы думали? И там также пролезть нельзя. Там нужен дебуг мод. Об этом чуть позже. И да, там это не работает. Там, короче, можно провалиться до такого края, что вы просто сдохнете. Недоделанная, конечно, карта. По-моему, просто авторы решили забыть о ней. Поэтому она неинтересная, уж простите. Казино Найт. Ну, как вам сказать. Казино Найт тоже темная. Она без ничего. Оружие там. Так. Так, у нас здесь два Соника и одна Эми. Ай да, и там стоят такие штуки, на которые можно вас пролететь. Да, вы помните, на них надо было... Они тебя отпрыгивали. Там, короче, это недоделанная такая. Недоделка. Ах да, и чаще случается со спиндешем. Там же нет таких штук, на которые надо прыгать. А как вы помните, я снимал такое видео, где там Соника Heroes Classic 2 проходил, то там в казино Найте такое было. Да, добра не дождешься. Ну и вы провалитесь просто. Не умрете, но провалитесь. На Mystic Cave давайте пойдемте. Mystic Cave тоже пустая. И там, кстати говоря, очень чаще нужно провалиться.
И там, кстати говоря, очень редко бывает людей. И там, кстати говоря, тоже можно провалиться очень быстро, если вы не за Наклза и не за Тейл. За Соника вы здесь не выберетесь, но если вы очень сильно прыгаете, то добро пожаловать в клуб. Короче, это опять же недоделанная пустышка. Так играбельно все равно. Келлисон Хаус. Я вот в интернете узнал, что это как бы из Соника Сиди такая зона. И в ней, кстати говоря, тоже случаются баги. И там можно умереть тоже. И, кстати говоря, здесь анимации будто уж из Соника 3 и Наклз. Соника 2, просто там Супер Соника есть. Ну и также здесь не обошлось и анимации CD. Некоторые могут быть и не похожи, но все же есть и анимации также и от этого. Как его там? И это Соника 3 и Наклз. Ну и обычного 3 Соника. Да. Она играбельна, но не до конца. Ее, по-моему, не хотят доделывать. А вот новая зона Mushroom Hill Zone. Она, если честно, не играбельная. Она вообще какая-то. Как будто мы в тест играем. Так, там у нас друзьяшки. Это, кстати говоря, новая зона. И почему она недоделанная, я не понимаю. И там, если честно, можно провалиться очень уж и часто. Это не играбельная часть, поэтому в нее как-то играть не особо и не хочется. Я думаю, что сначала авторы поменяют. А так мне вообще играть что-то невозможно. Итак, у нас предпоследняя зона Сандополис. Если вы не умеете пользоваться дебуг-модом, то вы, по-моему, не будете в такое играть. Но про дебуг-мод я, как сказал, буду попозже говорить. Она, кстати говоря, очень доделанная, но в ней тоже часто можно провалиться. Где анимации как нет. И, кстати говоря, мне очень нравится то, что там использовано очень много таких пикселей. Ну, думаю, что Roblox как-то сделает обновление, и он будет поддерживать также и пиксельные игры. Так, это нужно провалиться, поэтому будьте аккуратны, если будете проходить такое. Ну, в принципе, если на дебуг-моде будете проходить, то не бойтесь. А здесь вы просто потеряете равновесие. Да потому что это пока что не играбельно, ну не играбельно. Я делаю успехи. А теперь к последнему зону. Это хаус-зон. Дом-зона. И в прошлое обновление, 24-е обновление, там можно было идти туда, куда тебе нужно. Там заменили на какие-то книжки. И там, я понимаю, мало людей. Я думаю, что в обновлении это добавится сразу. А теперь я вам покажу о всех персонажей. И также возможностями. Так, давайте уже к хаос-зону приблизимся. Итак, а это еще кто? Неважно. Короче, вы делаете два прыжка, и у вас защита будет. Смотрите вверх, нажимаете Space, и вы бегаете очень быстро. Спиндешиться вы уже знаете как, если играли в Соник. А если нет, то
спиндешитесь вниз и потом нажимаете Space. Так, так себе, если честно. Это, кстати говоря, этот Соник был взят из Соника CD, ну и Соника 1. Ну, теперь давайте перейдем к Сонику 3 модели. Если честно, то он ничем не отличается от обычного. Он только цветом и своим внешностью меняется. Так, в принципе, все. Соник 3, все. А чего вы ожидали? Так, давайте к Тейлзу. Ну, вы уже видели способности, давай, если... Так, он умеет спиндешиться, вниз и спейс нажимаете. Чтобы летать, нажимайте два раза спейс. Поэтому он у вас не умрет. Ну, к лесу давайте пойдем. Итак, что у нас умеет Наклз? Он умеет у нас спиндешиться. Он умеет парить. Правда, у него как-то фигово все получается. Поворачиваться. Также карабкаться. До верха. Правда, вы упадете, поэтому нажимайте два раза Space, чтобы добраться туда, куда вам нужно. А то наш пресловутый автор это не исправил. Теперь давайте пройдемте к следующему персонажу. К Эми-Консе. Потому что она в новом обновлении появилась. Итак, Руж. Она умеет спиндешиться. Парить как Наклз. Ну и карабкаться как Наклз. Она ничем не отличается от Наклза, поэтому идемте дальше. Так, Супер Соник это уже поинтереснее. Если вы играли в Соника, то вы уже знаете, какие у него способности. Так, он умеет высоко прыгать, он желтый. Он умеет смотреть вверх, правда, делать то, что было в прошлом персонаже, он не умеет. И, кстати, посмотрите, что там у него точка. Он умеет, опять же, спиндешиться. Ну, как сказать, неинтересный персонаж, но он мне понравился из-за его скорости. А так он... Лучше бы я его заменил на голубой, а что-то. Кстати говоря, в воде он меняет свой цвет. Но дело в том, что это было в Сонике, а в самом игре вы этого не увидите. Ну в Сонике, как в Роблоксе. Давайте перейдем к последнему персонажу, доктору-работнику. А потом уже к новому. В обновлении он теперь ускоряется. Как это делать? А никак. Он умеет только прыгать, присаживаться, смотреть вверх и все. Ускоряться вам надо, если вы уже быстро, очень медленно идете. Короче, бесполезный персонаж. А теперь давайте к новому персонажу, Эми. Она появилась в обновлении, и почему я ее так добавил в конце, да не знаю. Что она умеет? Она умеет прыгать. Она спиндешиться не умеет. Но зато она делает... Ой, какой неприличный. Неприличный звук. Вы можете, конечно, спинде... Она делает... Ну, короче, она подкидывает свои ноги. Вы можете спиндешиться за этого за эту девочку, но вы должны только разбежаться и нажать вниз. Она, конечно, забавно прыгает. Кто не знает, то она влюблена в Соника
Кстати, для меня было открытием, что здесь нету Sonic Exe. Думаю, что в следующих обновлениях ее добавят. Ну, а теперь давайте перейдем к такими вот штуками, как Debug Mod, но об этом уже в конце видео. Итак, что у нас существует? Ой, я что-то не хочу за Эми играть. Ребята, не хочу я за Эми играть. Мой любимый персонаж это Тейлз. Все, точка. Итак, ой. Итак, нажимайте на V, ваш персонаж перемещается вот туда. Ну, короче, в спаун, где вы заспаунились. Нажимайте на E, у вас будут все защиты Соника 3. И все. Чтобы добавлять себе монеты, вы нажимаете на R. И просто вы будете охреневать, что там будет. Нажимайте на T, все имена будут закрыты. И вы будете... И вы будете играть как будто в настоящего Соника. Ну, мне и так нравится. Итак, чтобы посмотреть на всех персонажей, например, если вы хотите узнать, где ваш дружище, то нажимайте на F. Вот, например, в Гринхилле очень много людей. И иногда они меняют что-то и другое. У нас там Эми, два доктора работника и Тейлсов. И Соники также. По-моему, эти здесь очень любят доктора работников. Что это было? Я анимацию убийства не буду говорить. Потому что, ну, если играли, то уже знаете. На П я не буду нажимать. Вот, посмотрите. Вы выкидываетесь. И все. I'm here. А я here? А-а-а! Это что за фигня? Я лучше бы сдох. Ну, теперь мы приблизились к нашему дебугу мод. Он добавляет из себя так, деньги. Спауним их. Вот этих вот монстриков. Кстати говоря, те, которые играют в эту игру тоже, то они не замечают этого. Просто хрен вам. Это как... Так. Вот это какая-то штукенская на хрень. Ой. А это уже птичка. Они уже выпадают от этого же робота. Ну, про деньги вы уже знаете, они как бы тоже выпадают отсюда. А это уже... А это ваш... Это уже наши таблетки, ой. В смысле, телевизоры с доктором Эггманом, с магнитом для денег. Чтобы не сгореть, хотя я не понял, зачем это, если мы и так не сгорим. И вот, и про этот воздух. Я точно не понял, зачем это тоже. Давай, дружище, добавляйся. Итак, это просто фигня какая-то. А если вы подумали, что это... уже попадение в Special Stage, то хочу вас огорчить. Хрен вам, здесь нету Special Stage. Уж увы. Так, давайте... Ай. И, короче, эта штука какая-то нерабочая. Она как будто вообще не живет своей жизнью. Ты чё ко мне идешь? Вот берем деньги. Вот, кстати, птичку увидели.
Эта штука нас убивает, но она опять же бесполезная. Как будто для нее что-то хотели сделать, но не доделали. А это такая штука. Из CD. Кто-то пердит. Так, а шарики? Шарики, шарики. У шариков есть две формы. Это синий, красный и желтый. Все. Что они дают? Синий дает вот это такое. Короче, это попрыгушки. Ничем не отличаются. Так, а это шипы. Докоснетесь, пипец. Жопе пипец. Итак, следующие это уже попрыгуха. Их я вам сейчас покажу. Так. Вот это такое. И ты можешь улететь до края света. Ой, я на V нажал, но это ничего страшного. Все равно не сдохну. Это не конец. А! Для меня это уже конец света. А! Все, сдох. Кстати говоря, если вы потратите жизнь, то вы потеряете себя. Да, типичные. А! Нет! Ну, слава яйцам. Так, а это уже подобные вещи, но только в другой форме. А эта штука вообще я не понимаю. А это такая штука, на которой вообще я не понимаю, зачем это такое нужно. Вот. В принципе, его вставляете, прыгаете на него, и он стоит. Да. Ничего не дает, бесполезная штука. Ну и в принципе все. Все про Чебук мод я рассказал. Да и про всю игру про чем. Ну, что вы думаете по этой игрухе? Она мне сильно понравилась, и я в нее часто играю. Сейчас, конечно, нет, но. Кто хочет, то поставьте лайк, чтобы я проходил эту игруху. Ну или кто хочет меня добавить в друзья в Роблоксе. А так, всем удачи, всем пока, до следующих видео.